выполнять какие-нибудь заказы. Давай, Бомба! Разбойник на разбойник! Это ее здорово разозлит. Осталось подождать ее ночью на кладбище. Мои черепушки. Пусть себе свои накопает. Вот она. Плохо.
Я пришел насчет заказа. Поохотитесь на это чудище? Только я вам не скажу, что тут за бестия. Чего это на кладбище по ночам рыщет? Дети из деревни пропадают. Только что там завелось, я не знаю. Это была кладбищенская баба. Она обосновалась здесь поблизости. Была? Значится, уже убита. А быстро вы ее уделали. Что с наградой? А я не забыл, нет. Нате вот. И спасибо за помощь. Прощай. Оставил порядочный мех, и когда терся о ствол, запах все еще держится. Воняет, как говно беса. Да, старая и засохшая. Видно, тварь тут была довольно давно. Придется найти другой путь. Погиб недавно. Интересно, кто его так отделал? Следы лап. Он долго сопротивлялся. Еще зацепка, следы. Для беса слишком маленькие. Оба потеряли много крови. Клочки окровавленного меха. Тот второй был другой окраски. Это должно быть черт. Наверное, не поделил с бесом территорию. Придется его приманить.
Веди себя прилично, ведьмак! Глазище. Разбойник на разбойник. Давай, плотва. Я как пошла за хворостом в лес. Готово. Это его привлечет. Пошла. Запах миль на пять разнесется. Он появится. Надо просто подождать в пещере. Но! Тебя остатки сделаю. Отлично.
Он появится. Надо просто подождать в пещере. Давай. Как говорят Веленские, из тебя останки сделай. Thank you.
как пошла за хворостом. Кто-то забрал мою пушку. Ты что, не слышала, что охотник говорил? Какое же лихо в чате. А? По окрестным лесам рыскал Чёрт, но я от него избавился. Они с бесом делили территорию, потому Чёрт и был такой злобный. Чёрт? Бес? Что же чудище против нашей деревни сговорились? Думаете, их теперь только больше будет? Нет, не думаю. Но я посмотрю по дороге. Спасибо. А у меня тут кошель для вас. Мы всей деревней сложились. Спасибо. Будь здоров. Что происходит? Здравствуйте, мастер-ведьмак. Я видел объявление. Допустим, я заинтересовался. Вот и прекрасно. Чудно. Я Брян Хоч. И это я повесил объявление. Мне нужно как можно больше подробностей. Разумеется, разумеется. Что же, в результате не самых счастливых для меня событий я вступил во владение полосой леса под вырубку. Это здесь, прямо под Новиградом. Вдали от больших дорог, зато близко к порту. Оставалось только нанять дровосеков и сосчитать деньги. Меня интересуют чудовища, а не твои дела. Ну так ведь все же связано. Я нанял нескольких краснолюдов, а те стали говорить, мол, в лесу призрак. Я решил, что они работать не хотят. Но как-то они ушли в лес, и вернулся только один. Говорит, какое-то лесное лихо на них напало. Говорим о плате. Ты предлагаешь слишком мало. А ты себе цену знаешь. Но вижу, ты старался не завышать. Так что, может, мы еще и договоримся. А ты себе цену знаешь. Но вижу, ты старался не завышать. Так что, может, мы еще и договоримся. Вот жлобяра. Ладно. Настолько я еще согласен. Я возьмусь за работу. И где тот выживший? Должно быть, шатается тут где-то. Последний раз, когда я его видел, он пропивал заработанное. Сказал, хочет почтить смерть товарищей. Один раз так набрался, что из ушей. Здравствуй, путник. Ёбнешь рюмочку за упокой моих умерших приятелей? Так их, сука, раскатала. А я ведь не знаю, что это было. Не знаю, кого проклинать. Я говорил с неким Брианом Ходчем. Он рассказал о смерти твоих товарищей. Сколько же мы толдычили этому херу, что в лесу что-то завелось.
а он не верил. Он нанял меня выследить лесное чудище, которое напало на дровосеков. Да? В таком случае беру свои слова обратно. Хороший он мужик, хоть и коротышка. Что ты помнишь о нападении? Возвращаемся мы из лесу. Каждый нагружен дровами, как старый мерин. А тут что-то, сука, как завоет. Вроде как матерый волчара. Мы руки в ноги, а у телеги колесо заклинило. Магнус Рихтер говорит, чтобы я бежал в хату за арбалетами. Ну так я и бегу. Возвращаюсь я, значит, в лес. А там, сука, истинная мясорубка. Я даже не понял, кто где лежит. Спасибо, ты мне очень помог. Завали эту нечисть. Гнусный же ты. Это хата лесорубов Ходча. Теперь надо найти, где они погибли. Колеи глубокие. Должно быть, тут телега лесорубов остановилась. Потом они поехали здесь, наверное, к своей вырубке. Здесь был бой. Двое краснолюдов и что-то большое. Один краснолюд пошел сюда. Корни придавили краснолюда к земле, так что он задохнулся. Краснолюда была глубокая рана на спине, он умер от потери крови. Когтями процарапал скалу. Похоже, он был очень зол и очень силен. Все указывает на лешего. Молодая особь. Должно быть, он в этом лесу недавно. Надо найти его тотем. Вороны служат лешим. Тотем должен быть где-то рядом. Это не птица лешего. След неверный. Похоже, обычные вороны. Не следа тотема. Это не птица лешего. След неверный. А
Вот это тем лешего. Как только я его уничтожу, он занервничает и выйдет из норы. Сдохни!
Покажи. Бывай. Здравствуйте, мастер-ведьмак. Я убил лешего, который напал на дровосеков. О, это прекрасно, чудно. Правда, придется найти новых лесорубов. Но в работниках тут недостатка нет. А если сюда какой-нибудь новый леший придет? Всякое может случиться. Тогда придется поискать какого-нибудь ведьмака. Ну да-да-да. Разумеется, тебе полагается плата. Я ведь не из таких, что не платят за хорошую работу. Прощай. Можем сделать это здесь? Или пойти? Шевелись, плотва. Ты дал объявление? Я. Ганс из Цидариса. Кондотьер. У меня есть чудовище, которое нужно убить. Интересуешься? Что это за чудовище? Если бы я знал. Дело было так. Я нанялся с приятелями к Родовиду. Но в последнее время он начал запаздывать с жалованием. Да и жалование такое, что ой. А за даром я шею подставлять не буду. Понимаю тебя, но речь шла о чудовище. Сейчас, сейчас. Как мы сюда пришли, оказалось, что в округе рыщет какая-то бестия. Коров таскает и т.д. Мы решили, что надо помочь мужикам. Похватали оружие и пошли. Я и Курт в одну сторону, а Герт и Хенк... Герт и Хенк не вернулись. Не знаю, что там было, но оно до них добралось. Видно, здесь профессионал нужен. Так что мы с Куртом скинулись на небольшую награду, чтобы кто-нибудь помог местным и отомстил за наших приятелей. Благородно. Ну так, у наемника тоже своя честь имеется. Так что, ведьмак, займешься чудовищем? Сперва поговорим о награде. Слишком уж она маленькая. Уступи чуть-чуть. Может, договоримся? Уступи чуть-чуть. Может, договоримся? Уступи чуть-чуть. Может, договоримся?
Я б сам это чудище убил, если б знал, сколько ты попросишь. Эх, ладно, пускай так. Согласен. Где начинать поиски? К югу отсюда. Там мы разделились. Там мы Герда с Хенком в последний раз и видели. Лес тем толще. Теперь еще родовит сам. Но! Следы когтей, укусы, доспехи порваны на куски. Человеческое. Второго тела не видно. Чудовище летающее. Оно схватило второе тело когтями. Но, видно, не все донесло до гнезда. Ниточка за иголочкой. Здесь след обрывается, эти здоровенные птицы, должно быть, все сожрали. Но если тело тоже нашли раньше меня, остается просто идти на звук. Это гнездо, но пустое, если не считать остатков тела. Ну вот, пожалуйста, они взяли заказ первыми. Получили деньги вперед, и награда у них выше моей. Тонкая ось, редкий ух. Интересно. Это архигрифон.
покончим с этим. Вот этот другой какой-то. Мощь Игни почему-то. Ну, как там? Я избавился от чудовища. Это был Грифон. Архи-Грифон. О, я тебе благодарен. Архи-благодарен. Прошу, вот твоя награда. Постой-ка. Эта бумага тебе знакома? Это вы приняли заказ и взяли плату заранее, причем выше моей. Что я могу поделать? Без этого в коммерции никуда не денешься. Посредник получает больше всех. Получить ты можешь по морде, пройдоха. Золото, быстро! И совет на прощание. Никогда не пытайся обмануть ведьмака. Вот это другое дело. 540 совсем другое дело. Раздачи ищешь? Ох, седой, седой. Раздачи ищешь?